День Огудневской земли прошел на культурно-спортивной площадке деревни Протасово. Для гостей праздника выступали творческие коллективы, музыканты и артисты, работали развлекательные площадки для детей и взрослых. Жителей с днем поселения поздравил руководитель Огудневского территориального подразделения администрации городского округа Николай Сорокин. Разрешите мне вас поздравить с этим праздником, передать поздравления от главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича по программе губернатора по комплексному благоустройству дворовых территорий в Огудневе. Заканчиваются работы по комплексному благоустройству возле домов 6, 7, 8 и 9. Практически все заасфальтировано. Сейчас остается монтаж детских площадок. Вот. Так же самое в прошлом году сделала комплексное благоустройство возле домов 26, 27, 29 в селе Петровское. На празднике тех, кто своим трудом вносит вклад в развитие Огудневского территориального подразделения, администрация отметила благодарственными письмами. Для гостей устроили театрализованное представление с баркасом. Выступили творческие коллективы домов культуры. Детей, пришедших на праздник, ждал фестиваль красок. Праздник получился душевным и запоминающимся.